Принятие новой конституции Египта открыло в стране новую избирательную кампанию в парламент. Как заявили в движении «Братья-мусульмане», дата голосования будет определена в течение 2 месяцев. В ближайшее время нам предстоит предпринять некоторые шаги законодательного характера. Нам нужно подготовиться к выборам в парламент. Для нас это сейчас приоритет. Кроме того, нужно обсудить с другими политическими силами принятие мер для ускорения экономических реформ в этот решающий для страны момент. В течение переходного периода законодательные функции в стране переходят в Совет Шуры, то есть Верхнюю палату парламента. Ранее она выполняла лишь консультативные функции. 2/3 его состава сейчас под контролем правящих исламистов из движения «Братья-мусульмане». Таким образом, в ближайшие месяцы президент Мурси сосредоточит в своих руках все рычаги власти в республике. И добавлю, что накануне Центр избирком Египта огласил результаты референдума по конституции страны. 63% проголосовали за, 36% против. Между тем, оппозиция Египта утверждает, что против основного закона выступило большинство, но правящие силы результаты подтасовали.